на бык, она окружает нас сейчас везде, повсюду. Просто никто не знает, что это такое слово. Все привыкли, что это печать. Во всех странах практически мира набойка существовала на ткани. Как считается, что она пришла из Китая и из Индии. Во времена 60-х годов 20 века ручная набойка практически исчезла в России. По крупице, по маленькой капельке все это собиралось. Я это тоже искала, люди это искали. Потому что носители, кто это делал, они практически исчезли. Ну, кто самое известное в России, это павлопосадские шали. Они тоже делались сначала вот набойными досками. Вырезались, выливались из металла набойные доски. Мастера были, которые вот единственные в стране это все набивали. В России утеряна как сама набойка была, так и производство деревянных и металлических орнаментов этих для набойки. На Руси два вида набойки существовало. Это белоземельная набойка, когда на светлой ткани печатается разноцветный узор. И есть еще набойка кубовая. Это более сложная техника, когда специальным резервирующим составом наносился рисунок на белую ткань, потом окрашивалось это все в синий цвет индиго, смывался резерв, и получался прекрасный такой белый узор, как будто снежный, как будто такой ледяной узор на синей ткани. В Белгородской области набойки как такового промысла не было. Приходили мастера и здесь вот останавливались на время, выполняли заказы, собирали там деньги, соответственно, зарабатывали и уходили обратно к себе домой. Целое искусство набойки на ткани. И у каждого мастера свои какие-то были вот секреты, свои характерные особенности. В основном, конечно, был это растительный узор. Это разные цветы, деревья, веточки, нереалистичное изображение тех же цветов и веток. Оно как бы выкладывается на плоскости и заполняет плоскость узором. И это составляется в какие-то очень красивые орнаменты. Не просто куда-нибудь, куда душа повела, а это вот смотришь и полная гармония. Человек связан с природой постоянно. Это и художники, и мастера декоративно-прикладного искусства. Все это в окружающий мир впитывали, и потом как выплескивалось это все в их произведениях. Ну, когда печатаешь, люди спрашивают, а тут вот не пропечаталось, а тут вот не пропечаталось. Говорю, этим и интересно, что оно вот необычное такое. Я люблю, когда что-то где-то недопечаталось, где-то цвет перепутал, где-то еще что-то. Это вот как раз своеобразие. Каждый раз все другое. И вот, например, если печатаешь, то ни в коем случае уже на это место не попадешь этим же штампом. То есть вот ты напечатал, и оно в этом месте осталось только такое. В следующий раз начинаешь печатать, получается совсем другое. У каждого художника свой набор инструментов. То есть то, что есть у меня, ну, какие-то повторяются по России штампы, а есть те, которые только у меня. Я расписываю вручную, набиваю, а потом вручную расписываю кисточкой, составляю свою цветовую гамму, подбираю тона, полутона, образ какой-то составляет. У меня сначала все в голове рождается. Долго-долго вынашивается в голове, что это будет, какую это будет сначала форма. Это может же быть и квадрат, и прямоугольник, круг, треугольник, ну все что угодно. Потом вот в этот формат я стараюсь какие-то свои замыслы вложить. Мне нравится осень. Я вдохновилась осенью. Подбираю цвета. И мой платок, он осенний. Мне понравилось там ручей, отражение в воде. Я сделала палантин, который так и называется, отражение. Мне захотелось весеннего настроения. Я опять же взяла свои краски, скомпоновала, цветовую гамму создала, и у меня весна. И это приносит огромную радость, когда ты вдыхаешь в такой вот как бы простой рисунок в жизнь.
какой-то передаю. И тепло рук человека, который это делает. Мое вдохновение, оно тоже видно. То, что я хотела донести до людей. Они говорят: о, это весна. Я говорю: да, это весна. В одном и том же рисунке всегда что-то новое находится. И каждый раз вот я смотрю, вроде бы одна и та же полоса с одними и теми же цветами, цветочками или листиками, а мне хочется сделать другое. Я вижу другое в этот раз. Я вижу не деревья и цветы, я вижу, например, поле в этом, я вижу небо или ту же воду. Все это вот по-другому смотрится. И также и люди, когда они приходят, смотрят на мои работы или носят платочки, которые я делаю, тоже они вот воспринимают это мое настроение. Есть и панно, а есть и элементы одежды. Применимо к одежде это все носится. Или же это может быть просто деталь интерьера, которая в более современном стиле сделана. Оно должно меняться, оно не должно быть искусство именно вот, к которым оно было в старину. Оно должно развиваться, иметь развитие. Переработанные, как-то усовершенствованные, через душу пропущенные и продолжают свою жизнь. Нести какой-то негатив невозможно. Ты даже просто уже сел уставший там, или расстроенный. Но начинаешь делать, и настроение поднимается. Чувствуешь прилив вдохновения, энергии и счастья от творчества. Сейчас все компьютеризировано, все холодное. Люди мало общаются, мало разговаривают. Вот, и вот куда-то это свое тепло, любовь, его нужно выплеснуть. Вот, пожалуйста, расцветают у меня цветы, сады с моим вдохновением, с моей любовью, с моим искусством. И все это передается. Я надеюсь, передается людям. Меня зовут Ирина Летягина. Я мастер по ручной набойке на ткани.